Так, всем привет, ули мои чикули, мои любимые подписчики, гости моего канала и, конечно же, те люди, которые хотят зайти, просто тебе настроение. Но у меня настроение никак не упадет, потому что, смотрите, я вообще не понимаю тех людей, которые, блин, думают, что я наивная, что я не разбираюсь в людях. Спасибо за ваши советы, но я разбираюсь в людях. Я очень хорошо разбираюсь в людях, и я знаю, какие они. Да, говорите, что я в людях не разбираюсь, что я какая-то наивная, и в то же время вы хотите меня ранить, что я себя не люблю, муж меня не любит, и вообще, почему мне жить в Европе, и почему я страдаю, и почему я так живу. А я хотела бы у вас спросить, а вы как живете? Лучше меня не может быть, да я лучше вас живу. И слава Богу, у меня все есть, все есть, все, что хочу. И любимый муж, который меня любит, уважает, за мной бегает, это я, характерная очень. Вы думаете, что я наивная? Нет, я не наивная. Я добрая, отзывчивая, пока со мной по-хорошему, но если меня задели, и все, пипец. Я могу тут же ответить. Вчера вас задело некоторым людям, что Инна мне сделала сюрприз. Почему вы там жаба давит? Девочка от души мне сделала сюрприз, поздравила нас. Я мужу сказала, муж отправил ей смс-ку благодарить ее. И мы довольны. Даже мой сын сказал, мама, я начал ее смотреть, потому что мне понравилось, как она с тобой относится. То есть мы ценим в людях, которые они делают, а не тех, блин. А что вы там, ладно, ну раз вы так про Инну, я сейчас начну переключаться, кто вам нравится, Гарик Талисман? Я не знаю, кто он, баба или мужик. Если он такой хороший, Гарик Талисман, блогер хороший, который называет недоблогеров, он сам недоблогер, который он себе собрал банду, он хочет, знаете, какой он, Гарик? Если он такой классный мужик, блин, ему с чем-то, 50 с чем-то лет, пускай идет работает, вот так зарабатывает деньги, а не сидит в Ютубе, бля-бля-бля-бля, про Инну, надо Инну, надо Инну, надо Инну, то к тому лезет, то к тому, как баба. Я вообще не понимаю, кто он вообще, он баба, он мужик или то, что мне уже сказали. И он думает, что он вырастет и будет знаменитым. Может, я вообще не понимаю. Он собрал своих вокруг себя, таких же, как он. Ой, какой он классный. А потому что он классный, потому что он Инну, там еще кого-то, да? Он вроде со всеми дружит. Но он иногда, чтобы опустить одну блогершу, он хочет выглядеть выше, возле той блогерши, у кого, блин, 400 тысяч подписчиков. Например, если он хочет Таню байки с гаража сделать, как бы ругать, что вот ты почему Леву снял? Ты не имеешь права на Леву снять, потому что это ребенок. И тут, конечно, все скажут, молодец, Гарик, молодец, классный парень, ты что? Тут нельзя ребенка трогать. А сам, блин, ходит, а Инна что, не ребенок? Она тоже чей-то ребенок, я тоже чей-то ребенок. Что вы за этим Гариком бегаете, как эти? До Америки он уже дошел, уже всем в жопу лезет, блин, без мыла. А если Инна ко мне хорошо относится, жаба давит, что она мне. Не переживайте, если завтра мы с ней поругаемся, вам что? Хотя вы не дождетесь, потому что я сзади нее, не буду ее обсуждать, сзади нее не буду плохое говорить, наоборот, ее буду поддерживать. А вы знаете, чем она мне понравилась? Она понравилась тем, что она добрая, отзывчивая, как Катя Ереванская невестка, как Келинина Обед, как Тамара Шик, как кто еще там, большие блогеры, которых я смотрю. Вот то, что я смотрю, то, что нормальные люди никуда не лезут, никогда никого не трогают. Вы видели когда-нибудь, чтобы Инна на кого-то сняла пародию? Или она издевалась? Нет. А все, блин, прямо Инна, на Инне. Даже этот Гарик Талисман. Давайте уберем ее канал. Я ему пишу, а что ты хочешь ее канал убирать? А, потому что она... Так ты мужик или баба? Я не понимаю.
Он собрал возле себя каких-то этих блогеров, как он говорит, на нас недоблогеры, это ты. Вы не думайте, что я наивная, у меня есть своя голова. Я могу таких людей повести на родник, короче, и без воды назад принести. Я вам еще раз говорю, если вы со мной по-хорошему, я по-хорошему. Но если вы будете перегибать палку, я отписываю, то отписывайтесь, флаг вам, какой хотите. Что я могу сделать? Я, слава богу, работаю, я имею мои деньги, я зарабатываю, я с людьми общаюсь, я делаю все. Ну и что? Откуда вы знаете, что я снимаю, что моя жизнь? Я так поняла, что в этом ютубе нельзя снимать честность. Надо снимать в этом ютубе все вот это парашу, да, вот кого-то обсуждать, кого-то это. Я с утра просто встала и думаю, блин, читаю эти комментарии, вроде этим хотят мне помочь, и тут же меня пам-пам-пам, типа хотят меня наказать. Вот тебя муж не любит. Откуда вы знаете, мой муж меня любит или не любит? Вам что, завидно? Да у меня муж самый красивый. Самый сексуальный. И он меня любит. Это я себе ставлю цену. Поняли? Я себя люблю. А Ину тоже люблю. Ину вообще обожаю. Катю Ереванскую тоже люблю. Тамару Шик тоже люблю. Калинина Обед тоже люблю. Потому что они нормальные люди. А не то, что этот Гарик Талисман собрал возле себя этих, блин, и начинает командовать, ты снимай это, Наташа, ты снимай это, Таня, ты снимай это, а это снимай так, Перечница, ты снимай так. Друг друга жрете, вот ваша жизнь, блин. Короче, я на вас не обижаюсь, пишите, что хотите, хотите отписывайтесь, хотите не отписывайтесь. Я как люблю Ину, так и буду любить, а еще, чтобы вы знали, дай Бог, чтобы дороги откроются, я сына собираюсь к Индрии. Вот тогда мы дадим жару. А кто не пьет? Этот Гарик не пьет? А почему Гарик не говорит, что у него есть мужчина? А почему он не говорит? Целыми днями, блин, сидит, кофе пьет и обсуждает, как баба. Терпеть не могу таких мужиков, которые должны идти работать, деньги зарабатывать. Он сидит, кофе пьет и обсуждает женщин. И не знает, кому лезть в жопу, блин. Глори, блин, Флориде лезть в жопу, блин, чтоб его подняли. Да идите смотрите друг друга, мне вообще пофиг все. Я сегодня хочу, буду говорить в ютубе, завтра не захочу, закрою. Слава богу, я зарабатываю. И слава богу, у меня есть деньги. И самое главное, есть здоровье. И самое главное, есть те подписчики, которые меня любят и уважают. И я их тоже. А вот эти, блин, хейтеры, что мне пишут, потом идут к другой пишут, потом идут на третий. Вы что думаете, я не знаю, а если я захочу вот эти, что вы мне пишете гадости, я могу узнать, где вы живете. Я уже так сделала, поверьте. Вы на меня смотрите такую наивную. Где вы такую наивную нашли? Вы что думаете, я такая наивная? Нет, вы ошибаетесь. Я добрая, отзывчивая. Когда ко мне хорошо относятся, даю сердце. Но вдруг мне что-то не то сказали, я тут же свои когти показываю. Потому что я никому не дам меня унижать. Это ваше, пройдите своего Гарика любите. Что вы от нас хотите, от меня, от Инны? Блин, чего вы прицепились, чего вам так завидно? Что весь ютуб про Инну говорит, что вы хотите от Инны? Блин, правильно делает. Матюкает, правильно делает, бухает. А вы что, не пьете? Вы что, не пьете? Что, такие тесные давалки, да, все? Да я тоже пью. Вон, пятницу нажралась, субботу нажралась, воскресенье нажралась. И сейчас сижу пьяная, представляете? Вон, бутылку захавала. Мне ж пишут, ты пьяная, да? Я целый день пью, вы знаете? И деньги капают с неба. А то, что вы говорите, что и на это, а вы что, ваши смс-ки мой сын читает, и он в шоке. И он мне говорит, мама, сколько злых людей. Я говорю, да пошли их нахрен. Ладно, это я говорю тем, которые уже жополизы. Здесь хотят быть хорошим, там быть хорошим, там быть хорошим. Я таких не люблю. Я люблю, когда люди честные, как я. И вот и все. А вы идите к Галику.
Там все бесплатно. Там даже он же там собирает своих этих курчат, курочек, куда хоть ту-ту-ту-ту, кого-то обсуждать, кого-то этот. Он хочет подняться знаменитым. Со знаменитым чем? Недоблогером? Мне пофиг, если он мне страйк кинет или еще, я тоже могу страйк кинуть. Еще и как, еще и Ину научу. Мне еще надо Ину научить, чтобы она начала страйки кидать. А вот эти блогеры, которые снимают про Ину блоги и ставят ее фотографию, не боятся? Я только скажу, я могу Ину научить быть плохой? Сказать, чтобы она закрыла эти, вот эти видео, которые про нее гадости пишут. Смотрите, какая она добрая, что она не обращает внимания. А я бы сразу закрыла, почему бы нет? Я бы сразу закрыла, и закрыла я уже так. Не видео, а канал. Потому что я себя в обиду не дам. Короче, у меня нос чешется, я пошла бухать. Кофе пить. А моим любимым подписчикам, которые со мной всегда меня поддерживают, всегда меня понимают, и те, которые любят Ину и поддерживают, я сердцем. А те, которые хотят меня оскорбить или обидеть, не получится. Меня никто не обидит. И вы не дождетесь, чтобы мы с Иной поругались. Я против всех пойду, ради Ины, чтобы вы знали. В Ютубе Гарик же собрал своих курчат возле себя, а я буду защищать Ину. Вот так. А я всех люблю, всех чмокаю, всем пока.